Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами майнером рублевым. Называется WebCoin Pro. Абсолютно, друзья, без вложений. Значит, система, которая платит вам деньги каждую секунду. Здесь можно как бы посмотреть видео, если захотите. Пользователей 40 тысяч человек. Значит, выплачена уже вот такая вот сумма. Резерв проекта. Так. Что-то, ну, это вот последние выплаты. Не туда нажала. Как бы вот люди выводят денежки. Вот 25.11, по 3 рубля, по 6, 7, кто-то 26. И все выводят на Payeer, потому что на Payeer идет вывод инстантом. На остальные вроде нет. И минималка меньше. Минимальный вывод отсюда 2 рубля. Значит, как здесь регистрироваться? Вот здесь идет вот в реальном времени, как бы появляются. Так, ну что, регистрация, значит, здесь и авторизация. Все через соцсеть. Обратите внимание, я зашла сюда через Facebook. Здесь можно ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники. Если вы зайдете, например, через Facebook, а потом зайдете через ВКонтакт, это будет уже другая учетная запись. Если вы заходите через ВКонтакт, то и в последующий, ну, постоянно заходить только через одну и ту же социальную сеть. Вот. Потому что если я зайду, вот я захожу через Facebook, я зайду через ВКонтакт, у меня будет баланс по нулям. Как бы я авторизация и регистрация, это все через соцсеть. Значит, и вот у меня на балансе рубль 77. Так, здесь можно с баланса вот с этого увеличивать скорость, как бы. У вас же будет здесь все по нулям, и у вас здесь будет вкладочка, ну, майнинг, что не работает. Нажимаете на вкладочку запустить майнинг, у вас пойдет отсчет времени 24 часа. По истечению этого времени вы нажимаете обменять вот эти монеты на рубли. Значит, я ничего не пополняла специально, чтобы вам показать. У меня сейчас прибыль в день 59.60 монет. Прибыль за день, ну тут за месяц и за 6 месяцев. Вот. Вот это вот у меня сейчас в данный момент вот такая вот прибыль. Значит, что я нажимаю, смотрите, обменять на рубли вкладочку. Ваш результат, вот мои монеты, курс 100 монет равно 1 рублю. Обменять на рубли. Нажимаю обменять. И у меня 2 рубля. Как раз у меня минималка. То, что я и хотела без вложений проверить его на вывод. Я хочу увеличить скорость. Но прежде чем увеличивать, как бы проверить на вывод. Значит, ну вот ваш бонус. Здесь вкладочка «Увеличить скорость». Сейчас я вам покажу. Здесь «Заказать выплату». Здесь у нас партнерская программа. Вкладочка. Находится партнерская ссылочка. Далее здесь история операций. Вот мои. Вот я переводила все. Обмен на рубли. Здесь служба поддержки. Вопросы-ответы можно почитать. И давайте заказать выплату. И такие вот здесь платежные реквизиты. На Payeer как бы идет вывод инстантом. Давайте я на Payeer нажму. Значит, смотрите, комиссия платежного шлюза составляет 0% из платежной системы Payeer. Ну это ладно. Так, и вводим номер кошелька. Минимальная сумма, я так понимаю, без копеек. У меня 2.23. И заказать выплату. Так, что у нас тут?
Выплаты могут делать пользователи, которые покупали увеличение скорости или имеют активного реферала. Вот как. Видите, не все так просто. Активный реферал – это реферал, который купил увеличение скорости. Угу. Значит, мне не вывести без пополнения. Вот так ушки. Заглушка на вывод. Стоит. Угу. Ну что, друзья, я хочу, буду вот тогда увеличивать скорость. Так, увеличить скорость. Значит, смотрите, здесь минимальное увеличение на 30 рублей. Если я поставлю 10, тут пишут минимальная сумма 30 рублей. Явно 50 рублей. Нет. А скорость увеличится вот на такую сумму. Так, оплатить. И вот в данный момент. И это столько будет у меня. Ну ладно, я рискну. Оплатить. Выбираю Payeer. Payeer. Сюда Payeer. Убираю рубли без комиссии, подтверждаю, поставлю на паузу и после продолжу. Так, я увеличила скорость. И теперь у меня 143 монеты за день будет. Ну, давайте попробуем теперь заказать выплату. Так, Payeer. Заказать. Ой, я кошелек не указала. Ок, ворона. Так. Заказать выплату. Выплачено, друзья. Сейчас перейду в кошелек и посмотрим вывод. 25 ноября. Перевод выполнен. Сумма получения 1,98 рубля. Вот. На Payeer платит он инстантом. А на остальные там вроде бы есть как бы некоторое время идет на модерацию, а потом уже вот. И вот у меня осталось 5 часов. Через 5 часов у меня таймер остановится и опять буду включать, запустить майнер. Как бы и у меня пойдет майниться монетки. Ну, друзья, заглушка есть. Как бы... Вот, смотрите, вот Елена Смирнова, Facebook. Вот я. 2 рубля. 1 минута назад. Последняя выплата. Здесь идет все в режиме онлайн. И последняя регистрация. И вот люди пополняют. Видите, здесь пополнение. Можно с баланса увеличивать. Вот здесь... Ой, здесь заказать выплату, увеличить скорость баланса, как бы. Вот. Увеличить скорость. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Смотрите сами. Здесь стоит заглушка на вывод. Вот такой вот майнер. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.